Дорогие друзья, меня зовут Захар Прилепин, это моя новая книга «Ополченский романс». Формально это сборник из 12 рассказов, на самом деле это какой-то другой жанр. Может быть, его стоит назвать роман в рассказах, может быть, штрих-пунктирный роман, может быть, еще как-то. В любом случае, там действует 12 одних и тех же героев, 3 из них главных, остальные сквозные, и так или иначе, этот текст объединен общим временем и общим местом. Мне хотелось в этом тексте уловить песенную лирическую интонацию и, собственно, не рассказать несколько военных историй, хотя я их рассказал, и сюжеты там более чем увлекательны, а дать портреты тех людей, которые мне были очень дороги, которые уже отсутствуют среди живых и которые живы и радуются жизни. В любом случае, я вспоминаю слова Максима Горького, который однажды прослышал историю, как Будённый ругается на Бабеля за книгу «Конармия». Будённому не понравились портреты красноармейцев, которые Исаак Бабель дал. И Горький рассмеялся по этому поводу, сказав, что Бабель с них иконы писал, а Будённый ничего не понимает. Вот отчасти я попытался заняться тем же самым, не скрывая никаких не всегда приглядных и порой даже черных, отвратительных черт войны и людей на этой войне, написать иконы с нескольких человек, которые того стоят.